бы хотела поблагодарить Союз детских писателей за прекрасную организационную работу, которая была проведена в Союзе, и всех писателей за то, что они серьезно подошли к такому прекрасному проекту и смогли отразить в своих произведениях идеи воспитания, ценности, которые нам необходимо воспитывать в современных детях. И очень важно то, что писатели смогли и заинтересовать своими сюжетами, своими персонажами и героями будущих читателей. И я надеюсь, что вот этот позитивный момент будет развит, будет продолжен в других произведениях, которые авторы будут писать для детей. Ведь нам очень важно, прежде всего, заинтересовать ребенка книгой, сделать так, чтобы книга была самым лучшим другом каждого ребенка. Нужно работать, много учиться, а детскому писателю особенно. И тогда все будет очень-очень хорошо. Тогда будут и книги хорошие, иногда будут и успехи. Ну и, конечно, Союз детских и юношеских писателей – это удочка, которую мы даем нашим авторам. И я очень надеюсь, что наши писатели будут ей пользоваться. Потому что без труда не вытащишь рыбку из пруда, и под стоячий камень вода не течет. Главное вовремя остановиться, потому что мы так брали рукопись. Главное не стремиться сделать ее идеальной, потому что, наверное, все-таки вовремя как-то себя остановить, чтобы книга была более такой, более живой, не без вот этой доли нравоучения, чтобы она оставалась по-прежнему детской. После проекта я поняла, что даже познавательная книга может быть веселой, яркой, динамичной, необычной. Я так скажу, что я вообще, наверное, изменила свой взгляд на детскую литературу с тех пор, как вступил в Союз детских и юношеских писателей, потому что я наконец-то встретила единомышленников, я наконец-то встретила людей, которые разделяют мои взгляды на детскую литературу и на воспитание. Я понимаю, что мы делаем сейчас все вот коллективно, это очень важно, что мы сейчас все созидатели, очень важно определяющие планы на другом нашей жизни. Вот. Поэтому проект «Книги нового времени» — это как вот внутри Союза Сетвита возник еще вот этот вот грандиозный проект «Книги нового времени», который как бы собой является, ну, уже олицетворение, наверное, олицетворение того, что мы вообще все делаем, да, наверное, вот. Но писатель меняется после каждой написанной книги, это факт. И тут мое изменение, наверное, как личности произошло и как автора писателя произошло за счет того, что я поставил, во-первых, планку написать нечто такое, о чем раньше даже и не думал. Для меня выйти на подростковую фантастику – это нечто новое. И вообще, мне кажется, что я много нового извлек из этих лекций, из обсуждения с коллегами, из ощущения, что вот того самого студенческого духа, но это как-то все здорово поддерживает и меняет. То есть я как будто бы снова вернулся на много лет назад и снова получил возможность как бы что-то сделать в своей жизни такого, чего раньше не сделал. Вот мне кажется, это... После проекта я поняла, что, во первую очередь, нужно обращать внимание на цель. Да? Для кого ты пишешь это произведение и что, какую основную идею ты хочешь через это произведение передать. Потому что это очень важно. В первую очередь, то, что ты закладываешь в произведение, то и пойдет дальше. Это было для меня достаточно таким серьезным открытием, хотя, казалось бы, достаточно очевидно звучит. Изменилась ли я? Да, изменилась. Я научилась работать более организованно. Я научилась погружаться в темы. Я научилась дисциплине, потому что писать, опять же, нужно было много. И писать нужно было каждый день по определенному количеству знаков и потом это редактировать. Ну и, конечно же, безумное количество уроков от Кати Матюшкиной, от Института воспитания, от Юрия Михайловича Беленького, который нам рассказывал про сценарии.
уроков невероятное количество я вынесла, и я очень надеюсь, я знаю точно, что я буду применять их в своих дальнейших произведениях. Мне, наверное, расширились немножечко рамки моего восприятия детской литературы. Я посмотрела немножечко шире на разные грани детской литературы. Мне довелось, благодаря лекциям Института воспитания, посмотреть и еще раз переоценить наши традиционные российские ценности и проанализировать литературу, посмотреть, как они продвигаются в старых книгах советских еще, и как они выходят в российских книгах. Мне кажется, это, наверное, самое важное, что я оттуда вынесла. И научилась этим пользоваться. Да, я поняла, что все-таки работа над детской литературой – это гораздо это очень ответственное, сложное дело, нежели чем для работы над взрослой просто. Потому что очень много аспектов было, да, вот как я сегодня уже говорила, и без помощи коллег я бы, наверное, даже не смогла бы дописать и закончить свою рукопись, поэтому очень всем благодарна. Благодаря проекту я изменила полностью свои отношения к детским писателям. Раньше мне казалось, что быть детским писателем очень просто, но на самом деле оказалось это очень сложно. И хотелось бы мне продолжать. Да, мне бы хотелось продолжать. У меня есть новые идеи, несмотря на то, что всегда хотела быть именно писателем для взрослых. Но Чуковский, несмотря на все, что он написал очень много, запомнился всему миру как автор хорошего. Вот самое интересное, что мои взгляды на детские книги, наверное, не изменились, а утвердились. Потому что все лекции, которые я прослушала, они настолько были созвучны моим представлением о детской книге, они настолько попали в то, что я сама хотела бы видеть в детских книгах, и то, что я сама стараюсь всегда написать и дать в своих книгах. Я, наверное, все больше утвердилась в каких-то моментах важных для детской литературы. А я сама все-таки немножко, наверное, изменилась, потому что, поработав в команде, я поняла, что мы можем много, мы можем почти все, и это здорово, замечательно. И у детей, благодаря этому проекту, появятся интересные, настоящие и важные книги, которые, наверное, дети, я так понимаю, тоже станут любимее. Я надеюсь, что тоже изменится. Слушая все лекции Института воспитания, они действительно были очень полезными. Мне, конечно, многие вещи отозвались, а главное, что я поняла, как создать ту самую идеальную книжку для гостей. Надеюсь, что в третьем сезоне мне это удастся. Для меня большую роль сыграли лекции Института воспитания, потому что я никогда не сталкивалась с возрастной психологией. Я много читала по психологии взрослой, но детская психология очень особенная. И ребенок очень быстро меняется, начиная с самых первых дней, и тем более в подростковом возрасте, претерпевая различные кризисы, его интересует для него очень важные, очень ценные вещи. И поэтому влезть в душу и гум ребенка, это на самом деле достаточно сложно. Но когда мы прослушали лекции Института воспитания, у меня очень многие вещи стали на свои места. И мне стало проще и понимать психологию ребенка, с одной стороны, а с другой стороны, и использовать эту психологию в общении с детьми. Ну и, соответственно, мои герои приблизились действительно к своему возрастному цензу, и их стали интересовать такие вещи, которые действительно интересуют жизнь их детства. Ну, конечно же, этот вопрос нужно адресовать руководству нашего института, который будет принимать решение по поводу третьего сезона. От тебя хочу сказать, что я надеюсь, что этот третий сезон, конечно же, будет, потому что вообще-то мы только стоим в самом начале нашей деятельности совместной. И я считаю, что вот это начало положено, сделана очень такая хорошая, основательная, проведена работа.
И я думаю, что впоследствии она будет учтена и в том числе и другими авторами. И все наши разработки нашего института, лекции, которые мы прочитали, и все наши советы, которые мы давали писателям, они будут восприняты адекватно, восприняты в позитивном ключе. И надеюсь, что и в третьем сезоне мы с вами будем создавать книги, которые понравятся детям, которые будут ими позитивно восприняты и будут их воспитывать.